What's up, boys and girls? Там Флаг Джики, добро пожаловать в GTA. Сегодня вместе с Диковинкой и Чупиксом мы будем искать сокровища. Это на самом деле очень увлекательная штука, поэтому смотрите ролик до конца. Напомню, если вы хотите залететь на Радмир, вы можете нажать F2 на самом сервере и вписать сюда FGK, и вы получите 75 тысяч, когда отыграете 10 часов. Я желаю вам приятного просмотра. Ехал. Так, уважаемые, я думаю, что вам нужно покинуть эту тачку, потому что сегодня мы будем на операцию поиск канала на дне. Будем искать. Мы сегодня поплывем вниз. Давай, сядем. Всем привет, дорогие друзья. Ох ты, дверь выламываешь мне. Всем привет. Всем привет. Джонни, у тебя портфель торчит из-под этого. Вы в курсе? Вы только сели и сразу транспорт тяжело управляться стал. Я прям почувствовал это. Моя вина, моя вина. А может быть у вас там вес есть? А? С весом. Короче, смотрите. Сейчас мы отправляемся на дно. Продавец карты сокровищ. Нам нужно отправиться туда. Но перед тем, естественно, чтобы поплавать вот в этом море, океан, озеро, речка, знает. Короче, нам нужно арендовать водолазный костюм. Вы понимаете, что в своих шмотках, конечно же, не пойдете. Поэтому где-то здесь нам нужно найти эту штуку. Так, вот он, тот самый магазинчик. Нифига там, у кого-то день рождения, смотри, подарочек. Так, ну что ж. Это мне дарили недавно. Какие там костюмчики? А есть суприм такой прям жесткий. А как же идти-то? Спортивный магазин? Нет, вот так. А прокат или покупка? Что нам надо? Я, наверное, куплю, потому что прокат, я думаю, что нам нужно будет первый раз очень долго все поискать. Мы смешные. Жесть. Тигровый старый тигр. Давайте одинаковые купим. Блин, я себя не вижу, когда выбираю. В смысле, так ты по-другому встань, Чупикс. Да, блин. Смотри, фиолетовый с рисунками, ебать, желтый обод. Чупикс, давайте как в манге. Давай. Во, я этот, черный с голубым. А просто есть голубым? Нет, я черный с голубым, короче. Давай, я желтый. 20 тысяч, да ебать, 20 тысяч баксов, конечно, куплю. Зачем аренда тогда? 20 тысяч на запястье. А, вы выбери? Да, теперь он... У меня снежок остался, знаешь? Сука, на. Ладно, я вот розовый возьму. Ой, блядь, я не хочу. Откат, РПС. Недоступное место в инвентаре, в смысле, ты чё? Жим, что, тоже? Так, может быть, Колян выбросить? Ну ладно, так уж. Ебать, просто коробку, блядь, с весом, нахуй, выкинула. Я подберу. Я очки тоже подберу. А, не, нельзя. Блядь. Все, Джонни, очки мне сломало. Извини, пожалуйста. А то подожди, а тебе... Да, нихуя, откуда ты появился? Я тебя не видел. Тэпнулся. Гидрокостюм. Оп. Ну чё, ебать, как дураки, нахуй. Еще нужно... Нихуя, сука, пнула мою тачку, блядь, Тесла, Чибертрак. Мне нужно еще... Мы как клоуны сейчас с этими ластами огромными, блядь. А мы на дно в Кибертраке... Вы что, оделись уже? Мы на дно в Кибертраке поедем? Да, а? Мы на дно в Кибертраке спустимся. Конечно. Я оденься! Ты должна как клоун залезть в тачку. Быстро! Ну-ка. О! Так, пристегнитесь нахуй, а то... Мы взлетаем! Знаешь, такой рай сейчас ГИБДДшник стоит, такой видит. Опа! Бля! Я предупреждал, хорошо, что вы пристегнулись. Блять! Пизда. Плохой день! Блять! Нормально. Ребят, кибер... Блять, безопасно! Ты неправильно, походу, едешь. Бля, как в мультиках, нахуй, миллион вот этих переворотов, блядь. Один камерщик и просто... Так, ребят, мы заезжаем в какой-то частный сектор. Я не знаю, блядь, тут у Виталика, блядь, какого-то, что ли, карты покупать. Что это вообще за место, блядь? Кто ты? Голландский! Ебать, голландский! Ебать, голландский! Вот тут подрабатывает. Мы сейчас реально Among Us соберем. Будем на дне просто плавать. Ну-ка, информация. Здесь можно купить специальную, как я голосом голландского сейчас у себя в голове. Я отмеченный рец... О, так, гидрокостюм у нас есть. Так, Джонни, тебя надо найти сокровище. Ой, я уже купила карту. Некоторые зоны для погружения находятся довольно далеко от берега, поэтому нужно... А, водный транспорт еще возьмем. Подожди, это каждому надо купить или только тебе? Каждому купим, посмотрим. О, смотрите, диван нашел. Нихуя! Нихуя ты присел. Все, давайте посидим. На дорожку, да. Перед смертью своей. А, блядь, там на другом берегу тоже было, оказывается. Ну, а у нас рядом все равно аренда лодок. Нам лодку по-любому нужно будет купить. Карта, вот, карту сокровищ вижу.
Вы изучили данные, которые имеются на карте. Примерно местоположение выделено желтым цветом. О, знаешь, где желтый цвет у меня? Оно не внутри вот этого берега, а еще вот там сверху. Знаете, что нужно сделать по-любому? Это не одну карту купить, а 3-4 штуки надо купить. А где же? А, ебать, у меня вообще вдалеке в пизде там эти желтые. А, меня тут вообще нет. Что-то мне не хочется в воду спускаться, в которой желтый цвет есть. Короче, ебать там, я скажу так, что нам сейчас, ну, у вас не здесь, да? Нет, у тебя, Чупикс, ты карту изучил? Мне кажется, тут не будет, потому что это озеро. Сейчас, а мы сейчас посмотрим. По берегам. А как ее изучать? Смотри, нажимаешь, да, использую карту. А что, мы разные сокровища будем искать, что ли? Ну, у нас плюс-минус, да, типа, ну, посмотрим у каждого, потому что я не могу, допустим, одновременно 3 карты брать, мы его так возьмем. Не, у нас, у меня в этом озере нет, у меня только наверху эти. Все, значит, мы сейчас поедем. Смотрите, там, да, у меня 4 точки вообще желтые. А, 5, 6, 7, 8. Вы понимаете, что это мы можем в одно место пойти, и там может его, походу, не быть. Вот оно, что еще. Походу. Короче, там есть сверху аренда лодок. Поедем туда сейчас и пойдем на лодке искать сокровища. Поехали. Так, аренда лодок. Конечно, блядь. Подожди. Это знат? Без очков? Сейчас. И не надо, ребята, не волнуйтесь за мой счет сегодня. Давайте! Я тут! Давайте! А давай прямо отсюда спрыгнем в воду, слышишь? Да, вот тут прям есть этот трамплинчик, да. Чупик решил на песок ёбнуться. Прямо в пластах так еле. Лови! Блядь. Ебать тут, блядь, просто этот... Блядь, там я хожу, слышишь? Да, я тебе про это говорю, так упала, думала, сейчас бомбочка упадет, да. Ебло сломала. Да. Ну нихуя себе, пиздец, у нас тут шикардос. Ну-ка, присаживайся, Чупик. Да блин, садись. А то улетишь. Ну давай улетай, Чупик, поэтому. Сейчас улетишь. Прикинь, если тут еще этот тюнинг был на лодке. Ебать, бля, ебать охуенно. Если цунами начнется, нас перевернет. Кто это? А, это мусор, блядь. Кто это? Ебать, волны нахуй хуярят. Эх, море. Эх. Mm. Так, смотрите, прямо подо мной я вижу сокровище. Давай ныряй. Ныряй. Мы подождем. Ну чё, народ, погнали нахуй. Чё мы тонем? В смысле, вы тонете? Мы тонем, блядь. У вас глюки, блядь, как вы тонете. Да не, как чё? Я выплываю. Я просто отдыхаться. Бля, ебать охуенно, кстати, плывется. Я вижу клад, сейчас надо в этот выдохнуть. Блядь, а как? Бля, я лодку перевернул, что ли, своим весом или что? Чё он на воде стоит, блядь? Я? Вы чё, ебанутый? Вот, я сейчас на лодку за... Блядь, подожди. Бля, на дне уже лодка, ты утопил её? Я не утопил её, смотри, показывай фокус сейчас. Сейчас как в «Пиратах Карибского моря» чёрная жемчужина со дна выплывает. О, реально. Она опять на дно пошла. На дно, ща. Подожди, где сокровище? Вижу. Плыву. Бля, ебать, что там, нам чемодан какой-то, походу. Подожди, а у меня нету этих, что ли, дышать? Бля, мне кажется, нам надо было, да, вот эти вот взять, как их там? Давайте, да, сейчас я пойдем, надо гидроциклах, реально. Так. Скафандры, бля. Обыскать, ну-ка, обыскиваю. Я захлебываюсь, блядь. И вы нашли неодомерин. Что это, миринда? Миринда. Подошел лимонад миринды на дно. Вы где, Мари, ребята? А как вынырнуть? Как вынырнуть? В этот SS и наверх, типа, и shift не забывай, там можно это. Я умираю, блядь. Попробуй Ctrl, Shift, S там. Тебя она утонула. И просто вверх смотри и плыви. Блядь, а как ухуя сейчас уже, я, блядь, как русалка плыву. Блядь, это так стыдно, я в больнице, бля, в этом скафандре ебал. Какой позор, блядь. Диана, ты где? Бля, Чупик, аккуратнее, ебать. Подожди, тут смотри, как это реально хуйня плавает. Ну, прямо, ой, вправо точнее. Ну, сейчас, типа, подожди, короче. Тут шмотки сейчас налутаем, Чупикс. Это мусор. Да ну нахуй тут мусор собирать реально. Так, прямо это, она туда поплыла? Это вправо, типа, по берегу. Не знаю, давай. Как вы, а я поехал за своими сокровищами. Так, подождите, вы что, ребят? Я хотел посмотреть, там же подстраховка нужна жесткая. Какая подстраховка? Акулы там плавают! Реально? Кстати, да, вы в курсе, что я... Знаете, что я словил только что? Вот это то сокровище. Неодомерин — это наркота, походу. 100 граммов. Ну, я сейчас... Я ёбну на всякий случай. Осуждаю. Использовать? А, вы не... Да, это просто хилочка, вы не нуждаетесь в лечении. Ну ладно. А так, где все. Вы, блин? Похуй, я ныряю, я за своим. Подожди, давайте, я сейчас к Чупиксу подъеду, давай, Диана, подъедем к Чупиксу. О, стой, это ты, Диана? О, я вижу сокровище, плыву. Пойдем к Чупиксу, пойдем. Вон туда. Блин, а что он так медленно плывет вниз, я не успею. Шифт, ну вот надо, понимаешь, дыхалку качать. Капец, это жесть. Давай, ну плыви, сука. Тебе нужно подышать, Чупикс. Вы начали вскрытие. Все, я умер, я сдох. Я только начал вскрывать ящик. Да, мне кажется, без этих...
видимо, да. Но я нашел выкидной нож. Короче, ребят, я спросил у голландского. И дело в том, что мы не купили акваланги. Вот с аквалангом как раз-таки будет нам полегче плавать. Вот, три штуки. Три акваланга на базе. Иду к вам. Здрасте. Разбираем. Ебать, баллоны нахуй. Ебать. Кажется, это точно акваланг? Или что-то плохое? Недостаточно места. Ебать, он 1,5 килограмма весит. Во, смотри. Бля, на 10 минут. Давайте быстрее, быстрее, быстрее. Баллоны. Как раз на ролик хватает. Поехали, поехали, сокровища. Там... Почему у меня водка тут есть? Выбросить нахуй. Так, ребята, что, по отдельности или вместе? Давайте, давайте вместе, я хочу посмотреть, типа, если что. Давай. Что, давай, Чупикс, мы за тобой? Поехали! Ебать, знаешь, как будто такой летний вайб, сейчас мы такие катаемся на акваланы. Давай, давай, газу, газу, Диана, у тебя мотор, блядь, покруче. А зачем мы акваланги сейчас надели? Босяцкий кот, до 10 минут там успеем еще нормально, сейчас по волнам пока попрыгаем. Я прикинь, реально, если тут есть всякие мегалодоны, блядь, кто же знает. Ебать, я тут, смотри, просто, фшу, кракен. Блядь, кстати, глубоко вообще это сокровище что-то. Серьезно? Ну, я имею в виду, типа, далеко. Откуда ты глубину понял? Не, ну, потому что, смотри, как далеко. Поехали! Капец, реально очень далеко. Хорошо, что акваланг хоть есть. Ебать, я не представляю, как ты на отдыхалке, блядь. Диан, ты в курсе, что течением унесло гидроцикл Чупикса? Нет, какого хера? Ну я, если что, вот я видишь, что не зря я что-то достался, потому что ты ко мне можешь присесть, если что. Ой, я прям быстро начал плыть вниз. Давай, 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 давай. Уже вижу сокровище. Ебать. Бля, вот бы опять ножик или перчатку хотя бы. Гейб, пожалуйста. Гейб же создал GTA, правильно? Конечно. Так, начал обыск. Нет, не начал. Да блин, остановись ты, ебаный рот, блядь. Не знаю. Сейчас хуйня. Я, блядь, могу доплыть чуть-чуть пару шажков. Да, в смысле, поближе, я уже близко. У тебя надет акваланг? Да. Да. Чупикс там вообще, бля, мне страшно, Чупикс тонет. Чупикс, я к Чупиксу. Чупикс тонет. Не паникуй. Ебать, тут затонувшая, все. Я его тонул, бля, все. Бля, Диана, посмотри, можешь нырнуть, там мир, блядь, отдельно. Ну, наконец-то. Корабль унесло, что там? Вот он, а это не тут? И это... Футболка Сигнес. Чё? Футболка? Футболка, да, на дне океана. Сокровище в этом сундуке, да? Круто. Да, это не твоя лодка тут. Бля, да я... В смысле? Я у лодки сейчас. Давай, выплывай, Чупикс. О, я слышу Чупикса. Где он? Вот, я вижу какой-то кораблик. О, нихуя, бля, акула. А, вот ты. Я тебя просто не видел. Ты настолько быстро плавал, что... Вот, ты, Диана эту лодку не видит, прикинь? Я вижу, что она вообще далеко. Ну, поехали, поехали, быстрее, у нас так, есть еще 4 давай, минуты. Кстати, да. Блин, Диана, ты где твое сокровище? У меня оно вообще вот тут. Ну, вот тут, ебать, спасибо. Короче, блин, я что-то на секундочку подумала, что... А, метка Диана колба, вижу, 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 вот. А, видишь? Все, поехали, поехали, давай, Чупикс. Газ, газ. По волнам. Я волна, интересно... А тут от волны как-то можешь жестко взлететь нам в воздух, но? Мне кажется, ну, вот да. Знаешь, как, когда вот шторм, там вообще пиздец, наверное. Да. Давайте ну, дождемся шторма. Да, у нас тогда дождь был, хорошо, что мы не пошли плавать. Да. Кстати, во время таких плохих бы как раз-таки погод и акулы есть. А мы бы как раз тогда без аквалангов еще пошли бы. Надышались бы. Бля, реально, акваланг 3 минуты. Короче, смотри, Диана, сейчас мы плывем. Я быстренько на дно за своим сокровищем, а ты дальше плывешь за своим. Ёбаны! Мы не успеем так. Успеем, успеем, успеем. Но главное, чтобы у вас не было такой херни, как у меня, то, что не открывалось. Не, я по-любому открою чуть. Давай. Вот тут уже рядом, приезжаем, Диана. Мне нужно будет выйти и сесть, да? Там, по-моему, как-то пересесть можно. Ну, короче, сядешь на водительское. Подъезжаем, подъезжаем. У тебя, кстати, тоже рядом плюс-минус оно. Да, да. Так, и раз, два, три. На дно! Бля, я не могу пересесть. Все, я на дно. Блядь, он тонет! Нет! Чёли! Он утонул! Ну, блядь, Роблюсь, Диана, у тебя что постоянные проблемы, блядь, с этими нахуй? Блядь, он утонул! На, возьми мою лодку, и быстрее к своим сокровищам. А, вижу сокровище. Ебать. Ты не видишь? Я думал, вообще там супер на дно надо плыть. Все, едь. Так, Чупикс, можешь меня подождать здесь быстренько? Что? Можешь меня подождать побыстренько? Сейчас я открываю сокровище. У меня нет лодки. А ты на чем? Я Диане отдал свою нет, лодку. Нет, а она гидро... Блять. Дробовик обрез! Дробовик обрез! Ну это лучше, чем футболка. Я вижу лодку! Гидроцикл! Стой, 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 стой! Тормози, 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 тормози. Ты Диану видишь? Меня? Блять, это он автопилоте гидроцикл. Ну а что, течение идет же? Че, 2 минуты, я, мне кажется, еще успею. Давай. У меня вообще метки далеко. А как она выглядит вообще, это сокровище? Ты внимательно вокруг посмотри, там стрелочка прям такая есть. Там желтая стрелка там на дне. А. Желтая она у тебя? Да, такая. У меня желтая. Белая. Бля, я водоросли. Водоросли?
Да не, я в водорослях говорю. А, я думал, водоросли выпали. О, я вижу лодку, если что. Я попробую дальше сейчас доехать. Да, он так тупо как-то непонятно плывет, я не понимаю, это дебильное управление. Да нормально один отсюда. Да нет, я жму вперед, она не плывет вперед. А то так вниз оно плывет. И мышка должна еще помогать, не только это. Ну, это понятное дело. А shift нажимаешь? Да. Да нахуй ты сюда плывет, блядь? Да, мне кажется, я не успею просто... Подожди, тут чей-то гидроцикл тоже. Прикинь, море просто оставляет, ребята, гидроциклы. Ну да, ну потому что они уплывают сразу. Все, все, я успею еще одно сокровище. Давай, 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 на дно, на дно, на дно, на дно, быстрее. Где? Вижу. Прикинь, прям в корабле затонувшем. Жесть. Ну, кстати, очень глубоко. О, я могу не успеть. Ебать, что это? Че там? Че? Кракен? Я звук страшно слышу. Чё? Так не пугай. Так, вскрытие ящика. Чё, блядь? Обнаружить транспондёр. Монтировка! Все, выплываю. Кстати, тут сокровища, я вам скажу, такие, ну, типа, не хухры-мухры. Давай, монтировка, быстрее! Монтировка быстрее! Норм. Да, монтировка, потому что раз в 20 минут можно брать. Фух, ну ладно, все, у меня акваланг закончился, но кислородом вытащил. Хух, да, ебать. Я тоже закончился, так что я в мусоре плаваю. Подожди, ты сейчас под водой? Я около мусора плаваю. Ты только одно сокровище успел залутать? Ну да. Где она? Я уплываю. Ты еще... Подожди, что у тебя выпало? А, нет, почему одно-то? Я же еще, может, залутал нож и футболку. Это транспондер. Не, кстати, это хорошо, монтировка и транспондер. Зарядов здесь. Знаете, что мы можем сделать? Мы можем эти монтировки и транспондеры, чтобы потом тачки угонять классные. Транспондеры. Ну, транспондер. Короче... Это будет в следующий. На этом все. Спасибо огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забывайте подписываться на мой канал, на канал моих друзей. Ссылочка будет в описании. Там у Флэк GK еще пиксель диковинка. Всем удачи, всем пока.